Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас я предлагаю ответить на вопрос, что делать для того, чтобы быть уверенным или уверенной в своей красоте. Первое. Я далеко против того, чтобы человек занимался вот этими ложными аффирмациями, когда «я красива, я красива, там, я королева» и ничего больше не делать. Нет. Настоящая уверенность вырастает из того, что вы что-то делаете реально, на самом деле. Поэтому намного полезнее там, умыться, причесаться, наложить макияж. Если вы не знаете, как это сделать, спросить у того, кто знает. Надеть какую-то вещь, которая вам соответствует. 3 или 5 минут сделать, заняться какой-то физической активностью, чтобы у вас щеки порозовели, чтобы глаза блестели. Да? Вот это то, что создает по-настоящему или создает настоящую красоту. Вот. И когда вы что-то делаете реально, каждый день по чуть-чуть вы не обманываете себя, вы на самом деле становитесь более красивым человеком.